Киев в прошлом году накрыла настоящая лавина сообщений о минировании. Чуть ли не каждый день анонимы сообщали о взрывчатках в метро, торговых и офисных центрах. В такой ситуации в ТОТ «Сильвер Бриз» решили основательно усилить меры безопасности. Начали с комплексного аудита всех систем, обеспечивающих спокойствие и комфорт посетителей и арендаторов. К работе пригласили израильскую компанию Scopus Security Solutions. Здесь работают бывшие члены израильских спецслужб, которые также имеют большой опыт консалтинга и охраны в корпоративном сегменте. Была приглашена аудиторская компания с Израиля, которая провела полный аудит и высказала свои рекомендации. И именно поэтому мы сейчас проводим эти тренинги, которые на торговом комплексе. Их цель – минимизировать повреждения, жертвы и прочие какие-либо техногенные ситуации, которые могут произойти. Для торгово-офисного центра разработали индивидуальную программу для повышения уровня безопасности. Она включает обучение основам израильского рукопашного боя «Кравмага» и спецоперации по нейтрализации потенциальных угроз, будь то человек с ножом или пистолетом, либо стихийный митинг. Занятия проводили специалисты «Скопус», свободно владеющие русским и украинским языками. Отправляли группы, которые ездили в Израиль, смотрели на месте, как это все происходит. И вот и начали, это у них первый визит сюда, к нам в страну. Скрупулезный подход к вопросам безопасности привлекает новых арендаторов из-за рубежа. Ведь для компаний с мировым именем вопросы безопасности ключевые. Для арендаторов, которые имеют иностранные инвестиции, либо хед-офисы за границей, для них, да, это важный момент. Еще на этапе предпереговоров они начинают задавать вопросы, давать свои технические задания, интегрируют свои системы в наши системы. На самом деле то, что мы имеем здесь, это нормальный уровень для иностранных компаний, для нас немножко завышенный. Иностранные компании отметили проделанную работу по повышению уровня безопасности. В ближайшее время одна из крупнейших в мире компаний по производству полупроводников разместит свой офис в Сильвербризе. Уже сейчас среди клиентов торгово-развлекательного комплекса бренды с мировым именем.